Нам нужно побольше дождя. В чем? Что это было? Нам нужно Кто это? Они только о деньгах и думают. Чем могу... Твой муж поднимает на тебя руку. Прощай. До тех пор, пока у тебя зуб не... Что это? Надо же. Приветствую. Вижу, тебе удалось остаться в живых. Иерофант раскрыл мне тайну лечения от ликантропии. Но мне нужно знать имя твоего возлюбленного. Нет уж, ведьмак. Я не расскажу тебе о моем мужчине. Пусть лучше остается оборотнем. Будем надеяться, твоя верность не станет ему приговором. Да?
знаешь что-нибудь про девушку с голубыми глазами, которую покусали вампиры? Я ничего не знаю про вампиров, зато знаю очень симпатичную синеглазую шлюшку, которая недавно стала работать в борделе в купеческом квартале. Конкуренция? Еще какая. У нас стало пусто. Клиенты скорее выберут один раз с ней, чем 10 раз с любой из моих девочек. Значит, она пользуется успехом. Да, давай, я дам тебе адрес. Думаю, если ты ей заинтересовался, скоро ее там не будет. Думаю, Кармен — это твой псевдоним. А как тебя зовут по-настоящему? Лена, но это слишком обычное имя. Пока. Эх. Первый раз. Я ему говорю, мол, бумаги. Чёрт! А он что? Чёрт! Я...
Да? Пока. Спокойно.
наполни мое сердце. На рынке говорят, карантин будет длиться до тех пор, пока... Что? Могу я? Конечно. Конечно. Первый раз в жизни. Ради всего святого.
Геральт? Я разместил сенсоры, как ты сказала. Я знаю. Как только ты это сделал, я просканировала всю Вызиму и нашла источник аномалии. И где? Ребенок. Мальчик по имени Альвин в лечебнице Лебеды. Он... Как ребенок может быть источником аномалии? Ты все забыл. Этот ребенок – исток. У него невероятный потенциал. В его жилах течет старшая кровь. Старшая кровь? Дар Лары. Я потом объясню. Сейчас мы должны добраться до Альвина и обуздать его деструктивные наклонности. Поспеши в лечебницу и приведи его сюда. Посмотрим, что я могу сделать. А они позволят мне увести его из лечебницы? У тебя могут возникнуть проблемы. Твоя маленькая подружка Шани отказывается отдавать его мне. Говорит, что я не разбираюсь в детях и не смогу о нем заботиться. Она не понимает, что случится с городом, если этот ребенок выйдет из-под контроля. У меня нет сил с ней разговаривать. Она твой друг, объясни ей ситуацию. Я буду тебе очень благодарна. И еще одно. Дитя старшей крови притягивает к себе потустороннее, духов, призраков. Возьми этот свиток. Он тебе пригодится. Пока. Целый район перекрыли. Как тут можно жить? Когда Фальтест вернется, он наверняка будет. Все прямо-таки дрожат от страха. Я с чужаками не разговариваю. Знай свое место, ведьмак. Даже нет сил жаловаться на погоду. Тебя сюда никто я не звал, Беловолосый. Дождь собирался. Почему этот дождь должен идти именно сейчас? С таким вооружением я бы держал. Мне не придется сад поливать. Где бы раздобыть приглашение на следующий мой банкет? Мой муж считает, Лео что Скуэнтейли финансирует империю. Вы больник? Ведьмак, прячьте женщин! В купеческий квартал стали присоединяться. Ты хочешь... Знай свое место. Служим короне. Приветствую, милздарь. Приветствую, синеглазая. И чего же ты хочешь, мой беловласый господин? Для начала я хотел бы поговорить. Хорошо, давай поговорим. Джакомо Казанна утверждает, что удовольствие от культурного разговора – лучшая прелюдия. О чем ты мечтаешь, синеглазая? О том, чтобы ночь длилась вечно. Обычно девушки мечтают о рыцаре на белом коне и прочей чепухе. Я необычная девушка и могу это доказать. Достаточно только попросить. Я хочу провести с тобой ночь. С радостью, беловолосый. Но сначала ты должен внести вклад в развитие Дома Ночи. Всего лишь 500 аренов. Благодарю. Следуй за мной. Я бы хотел реализовать одну мечту, которая уже давно меня преследует.
терпение. Сначала горячая ванна, а затем я исполню все твои мечты. Да. Какой у тебя интересный шрам на шее. Да. Очень интригующий, придает тебе своеобразие. Если хочешь, могу показать и остальные. Удачи. Да. Кажется, тебя ищет твой брат. Что? Нет, у меня нет родственников. Ты уверена? Абсолютно. Мой дом здесь, с моими сестрами ночи. Должно быть, я просто ошибся. Да. Я хочу провести... С радостью, беловолосый, но сначала... Сколько? Может, сойдемся на меньшей цене? Нет, но поторговаться можно. 750 аренов. 500 меня больше устраивали. Очень интересно. А если я скажу 1000? Ни за что. Что? Мы закрыты. Владычица ночи абы кого не принимает. У меня есть кое-что для твоей госпожи. Говоришь, есть кое-что? Тогда отправляйся в бордель и воспользуйся как следует этим своим кое-чем. А ну проваливай! Я думал, это и есть бордель. Никакой тебе это не бордель, это дом ночи. Лучше в Темерии. И всяких там бродяг в кожаных лохмотьях сюда не пущают. У меня есть золото. Меня не купишь. Я и не собирался. Пришла твоя смерть. Я пропал. Входи. Ты считаешь это вежливо? Врываться сюда без приглашения? Я пришел по делу. К тому же не отвечает на вопросы. А я слышала, Геральт из Ривии был вежливым ведьмаком. Прошу прощения, госпожа. Я потерял память. Я знаю, ведьмак. Я наблюдаю за тобой уже некоторое время. И чем же я обязан таким интересом к моей персоне? Мой возлюбленный, которого я так и не забыла, считал тебя своим другом. Он погиб, помогая тебе в схватке с могучим противником. Но это было давно. Что привело тебя сюда? Что мне нужно сделать, чтобы провести ночь с этими красотками? Забыть о том, что ты ведьмак, и стать нашим другом. Прости, госпожа, но я не понимаю. В таком случае наберись терпения. Со временем ты все поймешь. Кто ты? Я королева ночи. Я воплощаю в реальность мечты своих клиентов, оставляя их довольными и счастливыми. И с пустыми кошельками. Я воплощаю их мечты, пусть даже на миг, а мечты бесценны. Ты заинтриговала меня, когда говорила о прошлом. Ты мне расскажешь, кем был тот человек? Я никогда не говорила, что он был человеком. Важно, что вы были с ним друзьями. Его звали Регис. В свое время он слишком много пил, поэтому мы и расстались. Эта дурная привычка чуть было его не погубила. Разъяренные кметы набросились на него. Прошло много лет, прежде чем он полностью оправился. После этого он стал отшельником. До тех пор, пока не повстречал тебя. К сожалению, я почти ничего не помню. Не переживай.
Мне очень важно знать, что хотя бы в момент гибели рядом с ним были друзья, настоящие друзья. Пока. Я с чужаками не разговариваю. Нелюди ведь не такие злые, как они говорят, правда? От этого дождя у меня голова болит. Я не стану разговаривать с бродягой. Я позову стражу. Ни слова! Катализатор работает. Все в порядке. Пару секунд нам грозил взрыв. Но опять оказалось, что я был прав. А зерриканские мастера годны только навоз ковырять. А у меня в носу так и засвербело. Терпи! Не надо мне шуточек с катализатором перита. Но я же не чихнул. Ты все еще тут? Чем ты занимаешься? Я готовлю философский камень. Я поделюсь с тобой золотом после трансмутации свинца и добавлю бесплатно вечную молодость. А без шуток? Я из Оксенфуртского университета. Они меня наняли, чтобы улучшить состав стали, которую они используют для производства оружия. Та, которую они используют, слишком ломкая? Слишком дорогая. По правде говоря, это почти чистое железо и с огромным количеством примесей. Ты продаешь алхимические ингредиенты? Я ученый, а не алхимик. Я презираю все предрассудки. Я думал, что алхимия — это наука. Чушь! Однажды магия закончится, просто исчезнет из мира. И алхимия отправится вслед за ней. Останется только наука. Чем ты занимаешься? Я готовлю философский камень. Я поделюсь с тобой золотом после трансмутации свинца и добавлю бесплатно вечную молодость. А без шуток? Я из Оксенфуртского... Так, а... Когда мы говорили в первый раз, ты упомянул зерриканских мастеров. Я пытался разгадать тайну стали с помощью этой бесполезной зерриканской книги. Я ее с удовольствием обменял бы и на что-нибудь более полезное. Например? Сомневаюсь, что у тебя есть то, что мне нужно. Я хотел использовать для экспериментов руду красного метеоритного железа. Что за книгу ты имеешь в виду? Зерриканские тыры, фуфыры о взрывчатых веществах. Может пригодиться. Ты все еще тут? Когда мы говорим... Я, например... Возможно, я вернусь с рудой. Ты все еще тут? Чем ты занимаешься? Я готовлю... А без... Я и... Так, а... Ты продаешь алхимический... Я... Чу... Мой друг Калькштейн – алхимик и считает себя ученым. Калькштейн? Этот догматик? Мы, молодые ученые Оксенфуртского университета, только смеемся над его псевдонаучным мистицизмом. Ты читал его метаморфозы? Билиберда, написанная туманным языком, призванным скрыть невежество автора. Я читал метаморфозы. Они не так плохи, как тебе кажется. В самом деле? Ты можешь себе вообразить больший бред, чем концепция взаимозависимости субстанций? Калькштейн пишет не о взаимозависимости, а о сосуществовании. Это совершенно другая идея. Двойка с минусом за восприятие письменного текста. В последнем предложении он утверждает, что в случае субстанций термины «сосуществование» и «взаимозависимость» означают одно и то же. Серьезно? Я перечитаю. Чем ты? А без шу... Я... Так, а... Сли... Ты про... Я... Чу... Макай...
Калькштейн отрицает, что все субстанции взаимозависимы. Его гипотеза касается только первичных субстанций. О да! Первичные субстанции! Что это вообще за глупость вначале подразделять субстанции? Первичные субстанции не появляются сами по себе, это очевидно. Даже Калькштейн не стал бы утверждать такую чушь. Скажи ради богов, где ты видел чистое альбедо или негредо? Урок окончен. 2 с минусом. Серьезно? Я перечитаю. Ты... Чем ты обеш... И... Сли... Ты... Я... Чу... Мока... Я... Са... Каль... Он... Вторичные субстанции не появляются сами по себе, так что такое разделение обосновано. Очень хорошо. Пропустим этот момент. Скажу проще. Наша дискуссия переходит к основному противоречию. Главному аргументу против теории Калькштейна. Итак, каким чудом может взаимозависимость первичных субстанций предполагать возможность оживления неживой материи, если в этой так называемой спирали псевдожизни находится только 5 субстанций? А ведь условием сосуществования является присутствие всех 6. Калькштейн противоречит сам себе. Трансмутация цепочки означает, что движение спирали приобретает свойства 6-й субстанции. Так да не так. Калькштейн утверждает, что движение цепочки придает ей свойства всех 3 вторичных субстанций, а не 1 из первичных субстанций, из которых, собственно, и состоит цепочка псевдожизни. Серьезно? Я перечитаю. Ты... Чем... Я... Обес... Я... Так... Сли... Ты... Я... Я... Ч... Мока... Я... С... Каль... О... Итак. После транспозиции элементы цепи продолжают присоединяться и отсоединяться от цепочки. Постоянно их количество 6. Ты прав. Почему же я сам об этом не подумал? Я потратил целый год на семинар, а решение было у меня под носом. Я убедил тебя по поводу Калькштейна. Не так быстро. У меня есть еще один вопрос, который, вне сомнений, уложит тебя на лопатки. Да. Какое к чертовой матери практическое применение могут иметь теории Калькштейна, даже если они истинны? Ну, например, теории Калькштейна показывают, как вызывать эффективные мутации. Постыдился бы! А я считал тебя умным человеком! Мутации заинтересовали Калькштейна только недавно, а его работа началась много лет назад. Я по горло сыт этой болтовней. Удачи. Ты вс... Чем... И... Обес... И... Так... Сли... Ты... Я... Чу... Мока... Я... Са... Каль... О! Вторичные субстанции не появляются сами по себе, так что такое разделение обосновано. Очень хорошо. Итак. После... Ты про... Почему? Я... Я убед... Не... Да. Как? Согласно теории Калькштейна, ты мог бы, например, сконструировать голема. И вправду. Боги! Боги! Нужно найти на чердаке издание «Метаморфоз». Удачи в поисках. Ты был прав, а я ошибался. Даже не мог себе представить, что ты настолько умен. Пожалуйста, прими в подарок эти книги, которые принадлежали моей покойной жене. Твои познания не меньше, чем у нее, так что тебе они пригодятся. Спасибо. До встречи. Ты... Чем... Обешу... Я... Так... Сли... Будь осторожен и до встречи. В следующий раз не влезай, когда я смешиваю взрывчатые вещества. Я постараюсь прийти в более подходящий момент. Эту формулу надо обдумать. Ты... Чем... Я... Обешу... Я... Так... Сли... Будь...
чем... Я... Ну, тогда бывай. Я скоро зайду за своей долей. Альбедо? Да. Надеюсь, Яков из Айдерсберга... У меня такое чувство, что Зигфрид из Ордена Пылающей Розы решил за моей дочкой. Обожаю ярмарочный шум. Ну, Миша, выглядишь. Да еще и оружие на спине носишь. Вижу толпу. Прекрасно. В этом бардаке еще только... Я не хочу быть мокрой курицей. Я жду возвращения. Что будет очень грязно. Привет. Что за ерунда? Да? Я видел голубоглазую куртизанку в борделе. Этого не может быть! Моя сестра никогда бы до этого не опустилась! У меня есть доказательства. Я видел отметки клыков у нее на шее, как ты и описывал. Клянусь вечным огнем! Как такое могло случиться? Должно быть, ее околдовали. Тот самый вампир, что ее укусил. Возможно, она еще не стала вампиром. Возможно. Ведьмак, ты должен мне помочь. Вампир должен быть где-то поблизости. Возможно, даже бывает в самом борделе. Хм, хорошо. Посмотрим, что можно сделать. Клянусь честью! Да? Прощай. Грустно, когда дождь. Ты ведьмак? У вас есть задание, госпожа? Да, я слышала, что ведьмаки нечеловечески выносливые, лишены эмоций и за деньги сделают все, что угодно. Кроме последнего, все правда. Но, может, перейдем уже к делу? Ты такой сильный и грубый, не то что мой муж. У тебя склад мыслей наемника. Мне нравятся такие мужчины. Я сделала правильный выбор. Меня притягивают мужчины, которые относятся к женщине как к трофею. Госпожа, вы ошибаетесь. Не отрицай. Может быть, я тебе не нравлюсь? Нравитесь. Ну так докажи свою силу. Мне нужна часть тела какого-нибудь монстра. Какой ужас. Я ожидала увидеть коготь кикиморы. Коготь кикиморы? Драгоценные камни — это скучно.
Мне хотелось необычное ожерелье. Мой муж в отъезде. Не хочешь заглянуть ко мне? Веди, милздарня. Да. Ты хотел о чем-то меня спросить? В этом здании живет вампир. Отметины на шее одной из девушек. Могу назвать тебе несколько обычных животных, которые оставляют точно такие же отметины. Брат этой девушки считает, что она по своей воле никогда бы не стала работать в борделе. Он думает, ее околдовали. И ты в это веришь? Не будь наивным. Она живет здесь, как принцесса. Носит шелка. Клиенты продают свои поместья, лишь бы провести с ней одну единственную ночь. У нее есть собственные слуги. Она окружена роскошью, о которой ты не смеешь и мечтать. Ее брат решил выдать ее за какого-то старого болвана, у которого геморрой вырос больше, чем... Ну, неважно. Она вместо этого предпочла стать принцессой ночи. Вечно прекрасным запретным плодом. Мечтой Вызимы. О чем это ты? Я почувствовала это, когда пила ее кровь. Что ты так смотришь? Да, я и есть тот самый вампир, который здесь живет. Я никогда никого не убиваю. Кровь возбуждает меня, как алкоголь людей. И как бы то ни было, я не причинила вреда ни единой живой душе. Полная чушь. Мы с моими дочерьми пьем кровь наших клиентов и девушек, но никогда не убиваем. Они отдают свою кровь в качестве платы за наши услуги. Все довольны. А синеглазая девушка? Она сама вызвала меня. В своих снах, в своих мечтах и фантазиях. Она жаждала свободы и вечной красоты. Мы не чудовище, Геральт. Я предлагаю тебе сделку. Одна ночь с моими дочерями в обмен на мир. Ты вообще забудешь обо всем этом? А если я не соглашусь? Кому-то придется умереть. Тебе, мне, синеглазой девушке. Ты считаешь, будет правильным выбрать смерть? Даже если это смерть вампира. Ты меня убедила. Я оставлю вас в покое. Ко мне, милые дочери. Покажем этому ведьмаку, откуда берутся удивительные легенды о Доме Ночи. Предатель! Я знал, что ведьмакам нельзя доверять. В чем дело, рыцарь? Я следил за тобой. Я знал, что могу положиться только на орден. Ты переспал с этой вампиршей, и ты умрешь вместе с ней. Не делай глупостей. Никто здесь не умрет. Ты уже показал, какой ты глупец, ведьмак. А теперь прими свое наказание. Остановитесь! Немедленно! Вам никогда не победить нас! Нас? Сестра! Мы снимем с тебя это проклятие. Да нет никакого проклятия, болван. Просто твоя сестра не желает всю оставшуюся жизнь мыть посуду и раздвигать ноги перед одним и тем же затхлым старикашкой. Хватит лгать! Рыцари Пылающие Розы в атаку! Одну минутку.
Вампирица права. Здесь нет никакого проклятия. Твоя сестра сама сделала свой выбор. Ведьмак, ты только что сам вырыл себе могилу. Может быть и вырыл, но точно не себе. Нападай! Мне бы хотелось отдохнуть. Мне жаль, что все так закончилось. Эти люди, несомненно, обещали тебе золото. Я могу пообещать тебе часть своей прибыли. Что теперь? Теперь буду вести дела, как обычно. Надо просто избавиться от трупов. А девушка? Пусть поступает так, как считает нужным. А пока пусть отдохнет. Так никакого проклятия не было. А мне откуда знать? Я никакого заклинания на нее не насылала. Магические чары часто можно перепутать с естественным очарованием. Я убил людей, а ведь я должен убивать чудовищ. Меньшее зло, Геральт. Ты должен выбирать его, чтобы спастись от большого зла, которое поджидает тебя во тьме. Я слишком много работаю. Сколько же еще? Я впервые в жизни видела, как ведьмак обращается с мечом. И второй раз это видеть я явно не хочу. Твой брат мертв. Наконец-то он получил по заслугам. Этот болван чуть было не разрушил мою жизнь. Никаких сожалений? Нет, ты не представляешь, через какой ужас мне пришлось пройти, прежде чем я от него сбежала. Больше он тебя мучить не будет. Спасибо, ведьмак. Спасибо тебе за человечность. Да. Удар. Ненавижу толпу. Я, например, сами... О, руда, которая мне нужна. Может быть, мне наконец удастся провести эту реакцию. Удачи. О, прости, вот книга. Приятного чтения. Спасибо. Ты все еще тут? Будь осторожен и до встречи.
Что привело тебя сюда? Радиотенец. Позор! Твоя мама... Привет. Привет. Ну, попади! Здрасте, как хочется врезать кому-нибудь. Я тебе морду разобью!